Всем привет, это DJ Феникс и Black MC. И сегодня мы в клубе Пача. Лично генеральный директор Big Sound City Александр Штопор и Кирилл Глухов устроил данное мероприятие. Какие вы больше предпочитаете позы камасутры? Ну, так как нас теперь двое, поэтому мы предпочитаем все-таки парные позы. Без особых групповых наборов, как говорится. Вы пользуетесь презервативами? Прям так и хотел сказать. Предохраняйтесь, не забывайте это делать. Скажи, Воробьев, Full Life, что такое Full Life? Есть компания Dance Full Life, которая по борьбе со СПИДом, по борьбе со всем плохим, в общем, я представитель, как посол доброй воли. Что ты тут делаешь? Расскажи вообще всем, что ты тут делал вообще? Слушай, фактически я учил молодежь пользоваться презервативами, да. Понимаешь? Ну, покажи туда, покажи. Молодец. Вот, а почему один? Есть с собой еще? Понимаешь, насколько сил хватает, настолько и ношу, понимаешь? Какие вам позы камасутры нравятся? Я девственница. Что-что? Игорек сегодня, значит, нам должен рассказать, какая у него любимая поза. Давай, расскажи всем девочкам, которые боготворят тебя. Когда дама сверху, допустим. Дама сверху. А ты любишь защитить в этот момент? Ну, бывает. На самом деле, мне нравится 73-я поза. Вот. Ну ладно, 73-я, что это такое? Расскажи. 73-я поза, это примерно так, как вы сидите. Неважно, какая поза, братух. Главное, чтобы тебе в ней было комфортно. Пойдем узнавать, значит, есть ли сложности у студентов. С человеком, который одновременно обучается в 10 университетах города Москвы. Алексей, я вас попрошу сейчас принять этот микрофон и помочь мне в очень серьезном деле с вопросом студента вообще. Будем интересоваться у этих товарищей, насколько безопасно сейчас иметь близость друг с другом. Близость опасна настолько, что может породиться второй или ребенок, вот поэтому опасна близость. Это в плане всего вообще, безопасность. Безопасность всего? Спасибо. Безопасность, что это для тебя? Безопасность? Безопасность это... А по поводу секса? По поводу секса предохраняться. Безопасность гарантированная здесь, высокая. То есть охраны много. То есть все под контролем. Здравствуйте, ноги! Как вам сегодня здесь? Вы говорите слова, максимальное количество слов. Я считаю, сколько их будет у нас соревнование такое. Готовы? Да. 3, 2, 1, поехали! Итак, эти парни наговорили на двоих 117 слов, и это новый рекорд сегодняшний. Поздравляю! Мой вопрос, твой ответ быстренько. Откуда берутся дети? Блин, слушай, как ты думаешь, у нас сегодня хорошо получилось все? Я тоже так думаю. Милые мои мати, я Даша, я чищу зубы по утрам. Я Настя, и я мастерски завязываю шнурки. А я Полина, я вела себя весь год хорошо. Мы очень классные. И по этому мы
должны стать победительницами конкурса Miss Big Sound City. Приходи посмотреть на нас 3 ноября в клуб Рай.